Ну, ну, смотри, сегодня вечером уже должно быть красное. Да, а тут уже занавески красные, я думаю, что... Наверное, так надо оставить, потому что, ну, что сейчас их обратно менять, потом... Нет, ты не понял. Престол переоблачить и мне служить, грубо говоря, в синем, а все в красном? Ну, да, почему бы и нет? Или оставить, как бы, ну, это вообще просто, как в церкви все родным цветом. Слушай, ну смотри сам, я бы оставил, честно говоря, синий, ну, поскольку... А служил бы в чем? А, ну, служить надо в синем, да. В синем, мы престол оставляем в синем, да? В синем, да. Просто, ну, вообще как-то совсем, может быть, в красный престол, а я буду уже служить в желтом тогда? Нет, ну, все-таки цвет праздника синий. Ну, ладно, хорошо. Ремонт сделали не зря. Поклонимся.
где второй красный академик. Все там. Все там. Так у них есть там, со своим кабином приехали. Господу помолимся. Господи Иисусе Христе Боже наш, благослови пять хлебов и пять тысяч насытивый, сам благослови хлеб и сия, пшеницу, вино и лей, и умножи сия в ограде сем, и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные святи, яко Ты исти благословляй, и освящай всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу отсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Христос, 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 Христ
святого крещения. Есть люди, которые рушат храмы, которые противятся строительству храмов, бунтуют против храмов. Это люди однако теплые. Это люди уже, можно сказать, исчадия ада. Просто они оттуда уже по навету дьявола, бесов, вот бунтуют все против Бога. Да. Есть люди, которые как бы и не наступают против Бога, но полностью безразличны храмы. Есть храм, нет храма, есть служба, нет службы. Они проходят мимо, идут на стадионы, на футбол, в театр, куда угодно, но только не куда. Это другая категория людей, которые на что надеются, я не знаю. Если все святые, если Матери Божии, все воспитывались в храме и достигли таких высот небесных, то как может человек без храма здесь, непонятно. Яко благ и человеколюбец.